Актер театра «Самарская площадь» Сергей Булатов выступает на сцене 10-й год. В постановке по пьесе Шекспира он играет Паратея, одного из главных героев. Этот персонаж на протяжении всего спектакля плетет интриги, влюбляется в девушку своего друга Сильвию, хочет очаровать красавицу. При этом Паратей верный, преданный, живет больше сердцем, чем головой, говорит Сергей. Я думаю, что Самара должна встретить эту пьесу с интересом, так как вы сказали, что таких пьес, ну и Шекспира не так часто и много ставят у нас в Самаре конкретно, поэтому эта постановка должна вызвать... Я думаю, ну, определенный интерес у публики. «Два Веронца» – одна из самых ранних пьес в творчестве Шекспира. Она была издана только после его смерти в первом собрании произведений автора. Действие происходит в 17 веке в двух итальянских городах – Милане и Вероне. Зритель видит параллельно две истории. Несмотря на хитросплетение и интриги, финал, по законам жанра комедии, счастливый. С трудностями сталкивались такими, что мы впервые играем стихотворную пьесу. А поэзию надо как-то очень понятно рассказать, очень просто, чтобы это было очень понятно. Потому что поэзия, хочешь не хочешь, она тянет на пафос такой. Поэтому вот как-то тут вот боролись с этим. Спектакль «Два Веронца» можно увидеть в рамках проекта «Пушкинская карта», поэтому молодые зрители могут посмотреть постановку бесплатно. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Константин Головин. События.